Русский царь Петр Великий мечтал превратить Россию в сильную империю. Для этого стране был необходим территориальный выход к Балтийскому морю. Но там господствовал мощный шведский флот. За 10 лет войны со Швецией Петру Первому удалось построить свой флот, способный противостоять любому противнику. Петру нужна была победа на море. Только она могла положить конец Великой Северной войне.